Здравствуйте, ребята! А вы знаете, сколько месяцев в году? 12. А как их зовут? Январь, февраль, декабрь, март, апрель, май, июнь, июль и август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Самый старший был январь. Старый был. С бородой большой. В синей одежде был. С такой штукой, посохом. Боже большим, как у Деда Мороза. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу не бывало так, что февраль начнется раньше, чем закончится январь, а май обогнал бы апрель. Но люди говорят, в одной стране Богемии жила девочка, которая видела все 12 месяцев сразу. Как же это случилось? А вот как. Жила-была девочка. У этой девочки была злая мачеха. Злая. И у мачехи была злая дочка. Мачеха падчерицу не любила и не уважала. Что не сделает падчерица, все не так. Куда ни повернется, все не в ту сторону. Она была трудолюбивой и все делала то, что мачеха скажет. Волосы, я думаю, были желтенькие. Глаза... зелененькие. Она была в пальто, в коричневом пальто и завернута в платок рваный. В таком платочке была. Говорит однажды мачеха падчерица: «Сходи-ка в лес за подснежниками, завтра сестрица твоя именинница». А девочка отвечает мачехе: «Да где ж подснежников зимой найти? Они все под сугробами, не выпустились еще». А мачеха говорит: «Ну где-нибудь найди». А сестрица ей говорит: «Ступай, ступай, и без подснежников не возвращайся. И если ты пропадешь, и плакать о тебе, и никто и не будет». Девочка и отправилась. Идет девочка, идет. Еле добралась девочка до леса. Села на поломанное дерево и плачет. Все равно думать, где замерзать. И девочка где-то вдалеке на полянке огонек. Будто в деревьях где-то звездочка запуталась. И пошла девочка на этот огонек. Пришла на полянку, а там горит костер, чуть ли не до неба доходит. А вокруг него сидят 12 братьев. 12 месяцев. Зимние, осенние, летние и весенние. Месяц январь умел делать снег и сугробы. Июнь стукнет посохом, и солнышко придет. Зимний месяц декабрь повернулся к девочке и спросил ее: «Что ты делаешь в лесу вечером зимой?» Девочка отвечает: «Меня мачеха послала за подснежниками». И засмеялся старик: «Какие же подснежники в январе? Сейчас же зима, вот выдумщица!» И говорит один из братьев: «Братец Январь, уступи мне на часок свое место». Весенний брат взял посох, ударил его по земле, и растаял снег. А девочка смотрит, а это уже и не посох, это ветка с почками. А подснежники так и выросли уже из земли. Собрала она полный передник и полную корзину и побежала на поляну, а там уже и никого и нет. Она пошла домой, и когда мачеха с ее дочкой увидели ее с подснежниками, ее удивились и сказали: «Откуда ты зимой нашла подснежники?» Девочка рассказала,
все как было. А дочка и мачеха то верят, то не верят. А сестра говорит, а ничего, кроме подснежников, не принесла? Она сказала, нет, зачем мне? У меня и так все есть. И говорит мне сестрица, вот дура так дура, я была на твоем месте. Сразу бы знала, что просить. Она много ела и была немножко полненькая. У первого месяца попросила яблок и груш сладких. У другого земляники вкусной. У третьего орехов сочных. А у четвертого капусты вкусной. И говорит ей мачеха, дочка, одевайся потеплее и иди в лес. Просила 12 месяцев все, что пожелаешь. И пошла дочка. И кричит ей в окно мачеха, рукавички надень, шубку застегни. Идет, идет и говорит, зачем я в этот лес пошла? Лежала бы сейчас в тепленькой постельке. На полянке вдалеке огонек. Девочка пошла на этот огонек, видит, а там 12 братьев сидят. Девочка не поклонилась, не поздоровалась, а уселась где пожарче и говорит она, вот вы мне, моей сестренке, дали целую корзину подснежников, вот и я за подарочками пришла. А зимний месяц декабрь отвечает, твою сестру мы знаем, а тебя и глаз не видели. И говорит она, у июня я хочу спелых яблок и груш, у июля вкусной-вкусной земляники, у августа свежей капусты, а у сентября спелых орехов, а у октября... Подожди, говорит январь. Что это ты тут много расхотелось? Девочка говорит, ишь ты какой сердитый. Я вообще не к тебе пришла. От тебя кроме снега ничего не дождешься. Мне летние месяцы нужны. Потом она им так нагрубила, что они ее метелью засыпали в сугроб. А мачеха ждала-ждала, в окошко выглядывала, за дверь выбегала. Оделась она потеплее и пошла в лес. Ходила-ходила, искал ее, пока сама не замерзла. А падчерица выросла и родила детей. И говорят, около дома у нее был большой и самый красивый сад, в котором раньше всех вырастали цветы и ягоды. Вот и сказочки конец.